Мы рады приветствовать вас в очередном выпуске Ставропольских новостей. В прошлое воскресенье, сразу после богослужения, состоялась детская евангелизационная домашняя группа, где каждый подросток смог получить частичку любви от служителей церкви. Прямо сейчас проходит обучение в лидерской школе, и мы идем брать интервью у абитуриентов, у тех, кто учится и повышает свои знания для Господа. Пришел в школу, потому что хочу развиваться. Прекрасные учителя, полезное слово. Школа мне очень нравится, она очень крутая, в ней очень много узнаю, развиваюсь, меняюсь. Мне очень нравится, она вообще просто бомба. Я прихожу на лидерскую школу, чтобы получить больше духовных знаний. Спасибо лидерской школе. Я пришел, чтобы учиться и развиваться. Мы команда Аллилуйки, нам нравится эта школа! 20 декабря прошла встреча детских служителей нашей церкви и людей, которые желают развиваться и служить нашему молодому поколению. Также в субботу на офисе проходил проект, организованный нашими сестрами, посвященный тому, как более креативно подготовиться к Рождеству. Несмотря на трудности и стесненные обстоятельства, детский рождественский бал все же состоится. 27 числа мы приглашаем наших детей. 28 декабря состоится праздничное рождественское служение. Пожалуйста, приглашайте новых людей. Это хорошая возможность проповедовать и говорить людям о Христе. Напоминаем вам, что сегодня в 18:00 состоится собрание «Молодые и свободные» на нашем офисе, посвященное светлому празднику Рождества Христова. 8, 9 и 10 января мы приглашаем тебя в Архыз на молодежный выезд. Прощаемся ровно на одну неделю. Увидимся. Пока.